Можно, да? Да-да-да. Если говорить о вопросе, зачем люди идут в небо, зачем им нужно это небо, это вопрос достаточно абстрактный для меня. Это то же самое, что спросить, зачем люди идут в море или зачем они идут в горы. Are you ready? Yes, yes. Okay, shoot. Timba. Picture. Uh-huh, you ready, Valera? Это, прежде всего, какой дух приключений, дух испытания себя, преодоления каких-то сложностей психологических, потому что это страшно, особенно в начале. Ну вот, затем человек испытывает себя, ищет границы своих возможностей и получает от этого удовольствие. Окей, see you! Вот моя профессия — это вопрос, который всегда ставил меня в тупик всю мою жизнь. Ну, я занимаюсь профессионально экстремальным спортом, можно так сказать. Я был тем, кто стоял у истоков скайсерфинга, когда он только появился. Был один из тех, кто стоял у истоков вингсюта и в мире, и в стране. И, безусловно, я на сегодняшний день один из лидеров активности под названием бейсклайминг, которая сочетает в себе прыжок с парашюта в больших горах и целое альпинистское восхождение. А я один из таких основных персонажей, безусловно, в этой активности, который сделал больше, чем кто-либо. Ну и, наверное, один из первых, кто это начинал. А мы добавим первую в истории бейс-прыжок со склонов этой горы. Мы повесим, да, вот там, где мы всегда ждем обычно, ждали обычно папу, там вот и повесим. Там найти надо там большой камень какой-нибудь. Там никто никогда не сидит. С моей женой Наташей мы познакомились в 88 году в Крыму. Мы вместе занимались скалолазанием. Она была в одной институтской секции, я в другой. И совершенно случайно на очередных каких-то скалолазных соревнованиях мы пересеклись и познакомились. Отсюда все вместе. Потом дороги расходятся у всех. Все бейсеры шли направо, а мы вниз к папиным экзитам ко всем, да. Вы все так с удивлением на нас смотрели, куда мы идем.
Вроде там ничего нет. По поводу, поддерживает ли меня Наташа, ну да, слава богу, поддерживает. Но было бы невозможно, на самом деле, жить со мной, не поддерживая увлечение. Ну, во-первых, она абсолютно в теме. То есть она занималась скалолазанием, чуть-чуть ходила в горы и имеет достаточный парашютный опыт, чтобы оценить то, что я делаю. Так что, в принципе, с этим нет проблем, слава богу. Мы идем на одни из любимых Валерьевых экзитов. Там три экзита. Вот, скорее всего, да Винчи. Пойдем на да Винчи сначала, потом, если успеем, на Феррари пойдем. И в последнюю очередь мы попробуем еще дойти до Спартака. Вот, но не уверена, что мы сегодня это успеем сделать. Обычные бейсеры к этим экзитам особого интереса не проявляют. Вот, а Валера здесь тренировал именно психологическую выносливость. Вот, потому что очень короткие вертикальные части, если они вообще присутствуют, иногда специально чуть-чуть подзаваливал отделение, чтобы выровняться в нужный момент, успеть и сделать это правильное движение. Ну вот, собственно говоря, да Винчи, почему вот так, как бы, он на слуху сейчас у нас всех, потому что один из последних разговоров, когда Валера успешно сделал первый прыжок к самодобламу, он по телефону мне сказал, я говорю, очень сложный, такой же, как да Винчи, только поднятый на высоту. Ну вот, собственно говоря, поэтому я его так и выделяю. У меня нет ощущения, что я живу альтернативной жизнью, это какой-то... Странная установка. Я живу обычной жизнью. Просто, может быть, мои занятия не совсем стандартные или не совсем привычные, но как бы по своему внутреннему ощущению я так не чувствую, что моя жизнь какая-то особенная или альтернативная. Я просто очень рад, что в свое время мне хватило сил и, ну, не мудрости, конечно, тогда в нее не было, сил какой-то целеустремленности, вот принять решение после института заняться профессиональным альпинизмом и не пойти работать по профессии, которая меня уже не интересовала. Незабываемое ощущение. Дело в том, что вот я привожу все время один и тот же пример всем. Я много лет был там профессиональным альпинистом, я катаюсь на лыжах. Но когда я кому-то рассказываю, как я с гор катаюсь на лыжах или хожу в горы, человеку нетрудно это представить, потому что так или иначе в детстве мы ходили на лыжи, лазили по ледовым горкам, таскали тяжелые рюкзаки. То есть как выглядит альпинизм, допустим, человек ассоциативно может себе представить, как выглядит свободное падение и как выглядит первый выход в открытую дверь самолета или там первый прыжок со скалы. У нас нет аналогов этому в обычной жизни никаких, и ассоциаций тоже. Поэтому это совершенно нереальные для человека ощущения
которые он, естественно, запоминает на всю свою жизнь. Идем на Корнфрей, самая высокая в районе точка. Там находится один из экзитов. Я думаю, что у меня достаточно прямой путь. Конечно, он с некоторыми извилинами, но извилины исключительно потому, что как бы жизнь. Я как-то била, и ты как-то пытался держать удар, либо уворачиваться, но потом так или иначе на него возвращаться. То есть я... С детства, там, с ранней юности, там, с первых классов школы хотел быть альпинистом. Я был старший брат Володя, значит. Вот мы за поезд читали все эти книжки про альпинистов, про путешествия. Все, что можно было тогда достать вот, в Советском Союзе на эту тему. Брат меня стал с детства готовить к этому альпинизму. Мы жили тогда в Нижнем Новгороде. Там секцию альпинистскую какую-то при университете меня, естественно, не брали. Я маленький, ну, как первый класс, второй класс школы. И чтобы что-то найти, связанное с горами, меня отдали в секцию прыжков с трамплина. До средних классов, пока мы жили, не переехали в Москву, я вот занимался прыжками с трамплина, готовя себя к горам. Ну, как бы помогло это мало, правда, но какие-то навыки психологические, они, безусловно, остались, преодоление себя. Это мы где-то здесь. Вот так нормально? По-моему, да. Так хорошо будет. Это самый точный способ. Ника, давайте попробуем. Закончив школу, я поступил в Московский институт электронной техники, в местный Зеленоградский институт, потому что программирование тогда становилось модным, и мне это было интересно. Плюс там была очень хорошая альпинистская секция, в которой я мечтал заниматься, наверное, больше, чем учиться в этом институте. Закончив институт, я решил профессионально заняться альпинизмом. Я ушел в спортивную армейскую команду, ну, то есть в армию, и стал профессиональным альпинистом. Последующие там 10-12 лет были связаны у меня там только-только с горами. И вот это, пожалуй, основной вот такой стартовый момент всей этой истории. Давай, готовы? Раз, два, три. Потом просто как-то так в целом удачно складывались обстоятельства. Я увлекся парапланом в конце 80-х. Через параплайнер попал на аэродром. Совершенно случайно, можно сказать, попал к парашютистам. Имея о них довольно слабое представление. Но есть и есть парашютисты. То есть я никогда особо не интересовался этим видом активности.
Меня оно настолько завлекло, что я на какой-то момент бросил и параплан, естественно, и горы даже, и там работу, и стал только прыгать. Попал в сборную, много лет выступал за сборную в скайсерфинге, в котором я выиграл, наверное, все соревнования, которые были в мире на тот момент, по нескольку раз. Подготовка к этим стартам, она отняла столько сил, денег, психологическое напряжение стоило. И вдруг ты раз и всего добился. То есть непонятно, вот ты столько лет к этому шел, и вот ты все получил. И что делать, куда двигаться дальше? Плюс это наложилось на то, что у нас практически кончились деньги. То есть и так там несколько лет семья жила в режиме «все для фронта, все для победы». И вот теперь вроде бы ты все достиг, и то ли дальше где-то искать все это, вкладывать, то ли что делать, непонятно. Здесь Валера будет смотреть все время на Рио дель Гранде с этого места. Прям специально поставить. Мне кажется, сначала цель ставится в голове, именно благодаря тому духу, который у тебя есть. А только потом уже придумывается ее какая-то, как-то она материализуется каким-то образом. И ты можешь тренироваться, искать там финансирование, искать какое-то снаряжение, но все равно она должна сначала родиться. Без поддержки духа она и не может родиться. Мы идем на Альтиссимо. Это одна из вершин рядом с Рио дель Гранде, очень красивая. От нее открывается вид на все озеро. Вот один из любимых папиных экзитов. Закончив активно выступать как спортсмен, парашютист, я начал прыгать с парашютом в горах, то есть как бы вернулся к истокам. И таким образом как бы соединил вот две своих вот этих страсти, горы и парашютный спорт, в одно целое, очень таким естественным путем. Сомнений по поводу продолжать или заниматься нет тем, чем я занимаюсь, у меня не было, потому что меня даже всегда удивляет этот вопрос, когда его спрашивают. Если у тебя есть сомнения, ты просто прекращаешь заниматься, то есть у тебя либо закончилось здоровье по тем или иным причинам, ну, допустим, травма, да, либо там у тебя пропала мотивация. Поэтому раз я этим занимаюсь, значит, у меня остается мотивация и какой-то свой внутренний интерес. Другое дело, что там у тебя, естественно, были какие-то достаточно серьезные травмы время от времени, которые выбивали тебя из этого процесса, и тебе очень сложно было в него возвращаться. Были проблемы чисто финансового характера, потому что там, ну, довольно большая семья, которая требует каких-то средств и внимания, и у тебя не хватает денег, там, ты разрываешься, что делать. Вот сюда вешаю. Мама хочет на стену спуститься туда. Монолит. И вешаю я сегодня. Нет, здесь правда хорошее место, мы не пойдем вниз на экзит, мы поедем здесь, на видовом месте. Сюда люди подходят, это панорамная площадка, и все будут видеть нашу табличку. Теперь зрители там сзади, смотрите где. Ну, трудно сказать, отражаешься вот ты. Так, в принципе, нормально. Вот видно. А вот повыше попробуй. Отсвечивает. Ну, она в любом случае будет отсвечивать. Ребят, посмотрите, пожалуйста. Видно картинку. Хорошо, хорошо. Вот здесь хорошо. Хорошо, да. Мотивация, как у любого спортсмена, ты ставишь перед собой какие-то новые цели, к которым ты движешься. У любого спортсмена есть какая-то большая цель. Помимо его ближайших планов тренировок и соревнований, он всегда к чему-то готовится. В моем случае это какие-то проекты большие, серьезные, к которым я не только готовлюсь как спортсмен, но и вынужден иногда искать финансирование, решать какие-то организационные вопросы и так далее.
если ты фанатично чем-то увлечен и искренне хочешь заниматься тем, чем ты занимаешься, двигаться вперед, развиваться в чем-то ты делаешь, так или иначе как-то вопрос решается. То есть вот отказываться от своей мечты, от своей идеи ради того, чтобы сиюминутно где-то поправить свои дела, в том числе и финансовые, ну, это вот неправильный подход. Мне кажется, приведет к еще большему кризису и проблемам твоим внутренним, по крайней мере. Весь мой опыт говорит именно о том, что если ты продолжаешь заниматься своим любимым делом, которое тебе искренне нравится, не думая постоянно только о деньгах, то как бы все так или иначе сложится у тебя хорошо. Мне нравится, что доступность не очень большая для других. Если уж люди специально полезут, надо заморочиться будет. А так люди увидели, встали, что-то увидели, присмотрели, что-то прочитали. Кто-то что-то вспомнил, кто-то не вспомнил, а заинтересовался, и приятно. Саша, готов? Готовы. Андрей, сюда вставай. Чуть поближе, наверное, сюда. Встал? Да. Все, давайте. Как вылезти наверх, позвоните. Хорошо. Раз, два, три. Если просто посмотреть, как выглядят современные прыжки, допустим, в том же вингсьюте, это, по сути, что такое вингсьют? Это тот же парашют, то же крыло, только оно со своими верхней и нижней оболочкой, с воздухозаборниками, с внутренними нервюрами. Только я нахожусь под ним не под стропами, как на обычном крыле, а само мое тело просто всунули внутрь. То есть я нахожусь внутри этого крыла и, перекашивая его своим телом, лечу. То есть, по сути, это ты все равно падаешь под действием силы тяжести, но при этом так быстро далеко перемещаешься по горизонту, что субъективно это выглядит как полет. Это целый отдельный мир, ни на что не похожий, уникальный, красивый. I'm sorry, excuse me. Niente, nessun problema, tranquillo. Sto centrato un paracadutista. Va? Dove vai? Sto lasciando tutto. Che sbaglio. Наполеоновский. Да. Так в связи с тем, что уже 10 дней подряд мы куда-то ходим, и здорово все устали, мы хотим сегодня попробовать поставить сразу 3 таблички. Ну, если успеем, конечно. Ну, в принципе, команда у нас идет сейчас достаточно камерная. Все такие настоящие друзья. Наши, которые нас не покидают и поддерживают все это время. Поэтому я думаю, что мы вполне нам по силам в нашей команде это сделать сегодня. Аплодисменты огромные. Это огромный. Это Валера. Я же вам говорила, это Валера. Он второй раз прилетает сюда. И сюда, а не там. Ну, неважно. То есть тоже орел. У меня точно давно нет желания что-то кому-то доказывать, как пел Высоцкий, я все давно доказал, потому что я много лет был профессиональным альпинистом, успешным, я выиграл в парашютном спорте, в той дисциплине, где я выступал, все, что есть в мире, все соревнования, всех видов. А ты был в первый прыжок, да? Да, это был первый, потом второй, потом третий. Тут мы же потом только сюда и ходили, ему здесь очень понравилось. Мне некому
ничего доказывать. Я делаю исключительно то, что интересно мне, то, что меня мотивирует. Наличие мотивации для взрослого человека – это, мне кажется, самое главное в современной жизни. Если ты живешь без мотивации, это просто серо и ужасно, тупо ходя на работу и не понимая, зачем ты это делаешь. Ну, как-то так. Конечно, табличек тут можно вешать сколько угодно. Валера открыл здесь более 20 экзитов в этом районе. Вот, и мы выбрали самые дорогие и любимые, чтобы проходили, вспоминали, что был такой человек необыкновенный, который постоянно что-то искал, что-то усовершенствовал, сам совершенствовался, что-то открывал. По сути, таких людей в мире больше нет. Он такой единственный. Очень смутно. То есть я себе придумала какие-то задачи, которые я должна за этот год сделать. Но вот это, пожалуй, одна из последних целей, которые у меня есть. И мне бы очень хотелось пройти этой дорогой. Надеюсь, у меня это получится. Хотя я совершенно не готова к этому. В том году меня Валера приглашал с собой. Но я, честно говоря, немножко испугалась. Подумала, что я могу его подвести. Он обычно в серьезной своей экспедиции не хотел никогда никого брать. Ну, мне немножко грустно, что меня там не было. По поводу страха действительно часто спрашивают этот вопрос. Это то чувство, которое я испытываю всю свою жизнь. Привыкнуть к нему фактически невозможно, потому что в некоторых ситуациях у тебя просто срабатывает инстинкт самосохранения, который невозможно контролировать, несмотря ни на какую там твою психологическую подготовку. У меня было очень несколько сложных прыжков в начале, вот именно в больших горах, с еще не очень большим опытом, когда страх был таким зашкаливающим. Вот, то есть он же может быть таким большим, что уже начинает влиять на моторику твоих движений, то есть сковывать тебя. Вот, соответственно, это уже становится опасным. И это значит, вот ты подошел к какой-то грани, которая для тебя еще слишком велика. То есть чуть-чуть переоценил, может быть, свои возможности. Мы дошли до национального парка Кумбу. Это
дорогу, по которой наш папа последний раз прошел комодоплан. Дорога необыкновенно красивая, хочется останавливаться чуть ли не каждые 100 метров и фотографироваться, пытаться запомнить все, что ты видишь. Я взяла с собой телефон, с которым он ездил год назад сюда. Я иду и сравниваю, где он фотографировался, где он останавливался. Грустно, но, к сожалению, так. Твои первопричины отказа от прыжка и поиск каких-то альтернатив. Да, это действительно очень серьезный вопрос. Он часто связан с тем, что ты очень много сил потратил и физических, и психологических на, допустим, восхождение. И когда ты оказался на точке прыжка, то есть ты устал психологически, а здесь тебе нужно сделать, пусть очень какое-то короткое, но очень такое концентрированное и по физике, и по психологии действия, да? Теперь для этого вот этот запас сил нужен, иногда у тебя его нет. И вот на этом фоне психика иногда начинает с тобой всякие хитрые штуки проделывать. Ну, допустим, что такое прыжок после длительного восхождения? Это значит, я через минуту окажусь внизу, в тепле, на другой высоте, буду ходить куда хочу, поем нормально в базовом лагере и так далее. То есть для меня прыжок – это как телепортация. То есть там холода, голода в нормальное место. Но с другой стороны, ты оцениваешь все эти риски, чтобы влезть в этот костюм, мне нужно немного раздеться, это значит померзнуть. Мне нужно перебороть себя довольно сильно, чтобы совершить этот прыжок. Вот напрячь себя физически, особенно психологически. И психика иногда говорит, да нет, это невозможно. Ну как здесь прыгать? Да ну что ты кому доказываешь? Иди вниз, скажи, ветер был, ветер действительно сильный. И никто здесь слова даже не скажет. Или наоборот, будь что будет, все, хочу вниз, все. У меня довольно сильно поменялась эта установка. Когда я стал готовиться к проекту на Эвересте, я попытался максимально механизировать процесс принятия решений во время прыгать или не прыгать, без какой-либо психологического воздействия. Какая сила ветра? Это 5 метров в секунду, как понял. 5 метров? Это в самых высоких порывах, а так 2-3 вот так приблизительно, иногда вообще ветра нет, прием. Понял, все, давайте готовимся и дальше на связи. Если месяц потратил на экспедицию, если вокруг тебя там вот стоят несколько камер, люди тоже с тобой потратили свое время и силы, и вот от тебя ждут какого-то решения, то очень сложно в таких условиях принимать правильное решение. Окей. Ready, set, go. Я впервые действительно на такой высоте, в Гималаях. Я много ходил с Валерой, но в Альпах, в каких-то более низких горах, таких тепличных, можно сказать. С серьезных маршрутов я никогда не ходил, я не альпинист. Мы занимались с ним в молодости скалолазанием. Сюда он ездил достаточно часто и безумно любил горы. А я, конечно, до конца не могла понимать, что так его тянет в горы, потому что здоровье вроде садится и времени столько тратится. Но теперь я понимаю, почему альпинисты ходят в горы. Такая красота может быть только в горах. Лучше гор могут быть только горы Белвысоцкий. Это действительно так.
попытка загнать страх куда-то внутрь, она очень сильно сжигает твою психику и твои психологические ресурсы. А чтобы лезть нормально по горе, а тем более потом прыгать, тебе нужен какой-то очень хороший запас психологической устойчивости. Естественно, у меня с годами какое-то выработалось к нему отношение. А основной принцип его заключается в том, чтобы не пытаться с ним бороться. Поэтому я пытаюсь относиться к страху как к обычному чувству, просто пропускаю его через себя. Я выхожу на точку прыжка, я знаю, что она сложная, что я устал, что я замерз, и я знаю, что я буду волноваться. Я это знаю заранее. То есть я еще не волнуюсь, но я знаю, что вот через 5 минут я буду волноваться. Когда начну принимать решение, прыгать или не прыгать, когда начну готовить свое снаряжение, то есть, ну, какая-то вот рано или поздно это чувство на меня нахлынет. Ну, и я готовлю снаряжение, стою, боюсь, и готовлюсь спокойно. Раз, два, три. Вот здесь такая произошла довольно-таки знаменательная встреча. Случайная. Случайная. Это правда случайная абсолютно. Здесь в этой поездке все случайно. Вот этот вот шерпа, Серега, узнал его. Я его знаю 20 лет. Он, да, это известный шерпа, побывал на многих вершинах. Темба. Зовут Темба. Он был как раз Темба. С Валерой во время его последнего прыжка. Мне очень приятно было встретиться с человеком. Это человек меня последний, кто видел живых моего мужа. И снял на видео его последний прыжок. И также участвовал в спас-работах, снимая Валеру. Я очень вам благодарна. По-английски. Мы пришли в базовый лагерь Амадавлама на 4600 метров, который находится. Это последний более-менее цивилизованный лагерь, где ровно год назад находился Валерка. И я очень рада, что мне хватило сил дойти до этого лагеря. Конечно, 6000 я уже даже и не мечтаю попасть, но... В моей жизни появились неожиданные люди, которых ни я, ни Валера не знали при его жизни, которые нашли меня и предложили повесить табличку на самом экзите его памяти. Грань между экстремальным спортом и безумием, она ее нет. Она у каждого в голове. И каждый может перейти, просто исходя из какого-то своего внутреннего настроения, совершенно случайно. Я даже не могу сказать, что я сам гарантирован от этого. Когда ты начинаешь экспериментировать там, где никто никогда ничего не делал, это зона повышенной опасности для любого экстремального спортсмена, в частности для тебя. Потому что во всех остальных случаях ты можешь опереться на какие-то правила. Если ты их нарушаешь и сам попадаешь благодаря нарушениям этих правил в какие-то сложные ситуации, это уже твои проблемы. Но эти правила есть. Мы находимся в 50 метрах ниже лагеря 2 на высоте 5950 метров. Это точка, откуда я собираюсь совершить весь прыжок. Ага, you ready, Валера? Окей, see you. Все правила экстремального спорта буквально написаны кровью людей, которые что-то пытались делать первыми,
делали это неправильно, погибали и своим примером показывали, как не надо тебе делать. Но если ты начинаешь уже делать то, что никто никогда не делал, ты уже сам эти правила ищешь, ты уже сам находишь эти границы. И ты можешь ошибаться, естественно. И вот эта зона наиболее опасна, и когда я в нее попадаю, я это чувствую внутренне, то есть я стараюсь к ней либо готовиться максимально тщательно, ну, насколько это возможно, опять же, я же не знаю этих пределов сам, ну, либо находиться в ней какое-то короткое время. А мы добавим первый в истории выезд-прыжок со склонов этой горы. В силу своих человеческих качеств он пошел второй раз прыгать с человеком, который взял в эту экспедицию, и попал в необычные природные условия. На высоте 6000 был полный штиль, что очень редко на такой высоты. Прекрасно отделился, но в момент отделения включился встречный ветер очень большой силы, который его поставил на кола, а внизу была очень большая полка, которую он, ну, как бы понятно, что не перелетел, он влетел в нее и погиб. Мне кажется, что если у человека есть какая-то цель большая или мечта, к которой он готов двигаться, то надо обязательно двигаться этим путем, а не искать каких-то сиюминутных, может быть, выгодных альтернатив. Другое дело, что ты должен понимать, что такой путь требует от тебя гораздо больших усилий, большей целеустремленности и, может быть, каких-то жертв даже. Свой первый прыжок я, конечно, помню. Я думаю, все вспомнят свой первый прыжок, потому что это незабываемое ощущение. Первая дурацкая мысль, которая вертелась у меня в голове, когда мы поднимались наверх, что как странно, вот сейчас я сижу в самолете, а приземляться он будет уже без меня. Это так вот странно.